Ahí empieza. Mane, mane. Приветствую вас на моем канале. С вами на связи снова Владимир Антарук. И это мое очередное видео о программе BubbleBot. Если хотите узнать полный функционал программы, то можете перейти на мой блог. Вот тут у меня есть на блоге статья с полным функционалом программы. Вот смотрите, полный функционал. И вот все, что выделено этим цветом, это все функционал программы BubbleBot. Смотрите, сколько функций. Вот ссылочку на эту страницу с этой статьей на моем блоге я оставлю под видео в описании, так же как на программку BubbleBot. Теперь давайте перейдем в саму программку. Сегодня мы рассмотрим функционал в Facebook и Одноклассники. Давайте начнем с Facebook. Вот первая функция — автопостинг. Думаю, все мы знаем, что это такое. Вот тут пишем текст, например, привет. Вот тут выбираем фото. Выбираете любое фото, нажимаете, тут нажимаете открыть, и оно загружается. У меня, вот видите, уже фото здесь есть. Ставите интервал, у меня уже тоже стоит здесь интервал 5-10 минут. И нажимаете начать. И вот написано, что начата процедура автопостинга в Facebook. Давайте перейдем, посмотрим. Так, как видите, поста здесь нет. Обновляем страничку. Вот, смотрите, только что опубликовался мой пост. Также он будет в новостной ленте ваших друзей. И через 5-10 минут этот пост программа удалит и опубликует опять такой же пост. И он опять появится в новостной ленте ваших друзей. Так, давайте я остановлю, потому что мне этот пост не надо. Дальше идут личные сообщения. Тут вы вводите текст сообщения. Тут также выбираете фото, если хотите сообщение с фото. Тут ставите интервал уже в секундах. Дальше нажимаете загрузить список. И тут загрузится список ваших друзей в Фейсбуке. Я этого делать не буду, потому что у меня более 3000 друзей. Поэтому загружаться будет долго. Но когда загрузится ваш список, вы можете либо отправить всем, либо ставить галочки только напротив тех, кому хотите отправить сообщение. И нажимаете «Начать». И сообщение будет отправляться вашим друзьям. Дальше идет сообщение по группам. Тут тоже все просто. Тут вводим текст. Тут нажимаем «Обзор», выбираем «Фото». Интервал в секундах также выставляем. И нажимаем кнопочку «Добавить». И ваш пост добавляется вот сюда. Дальше нажимаете «Загрузить список». Тогда автоматически загрузится список ваших групп в Фейсбуке, в которых вы состоите. Или можете загрузить их из файла, если у вас в файле на компьютере есть список групп в Фейсбук. И когда список загружается, нажимаете «Начать». И идет рассылка сообщений по группам. Так, с Фейсбуком все. Теперь давайте перейдем в Одноклассники. Тут также есть автопостинг. Все так же, как и в Фейсбуке. Пишем сообщение, выбираем фото, интервал в минутах и нажимаем «Начать», и наш автопостинг начинает работать. Дальше есть парсинг. Парсинг групп, парсинг пользователей из групп и парсинг пользователей. Так, давайте. Вот у меня спарсило 5 групп. Давайте я вам объясню, как. Вот тут вводите критерий. Например, вот я вводил инвестиции. Вы можете ввести либо биткоин, либо хайп, либо MLM, то, чем вы занимаетесь. Тут можете ставить галочки с открытой стеной и сразу вступать в группы. Тут выбираете количество групп, нажимаете «Начать». И программа парсит группы, и вот тут они у вас появятся, айдишники этих групп. Также можете парсить пользователей из групп таким же способом, и можете парсить самих пользователей. Все одинаково.
Дальше идет рассылка. Рассылка по группам и рассылка пользователям. Рассылка по группам. Все просто. Тут вводим текст, сообщение. Нажимаем обзор, выбираем фото на своем компьютере под этот пост. Дальше вводите интервал в секундах и файл из группами. Вот, тут можете вставить галочку в моей группе и вступать в группы также. Так, файл, где брать файл с группами. Как вы помните, мы парсили группы. Когда вы парсите группы, у вас на компьютере создается файл с этими группами. Теперь покажу, как его взять. Нажимаете обзор, идете в документы, папочка BubbleBot. И вот у нас есть Одноклассники. Входим сюда и видите, я парсил людей, инвестиции и хайпы, и вот наши группы. Нажимаете один раз, левой кнопкой мыши на All Group Parse, нажимаете открыть, и вот у вас появится вот такая строка. Это значит, что группы загружены. После того, как загрузили группы, нажимаете начать, и идет рассылка по группам. Так, рассылка пользователям. Все то же самое, что и с группами. Нажимаете текст сообщения, выбираете фото. Если хотите добавить фото в текст, ставите интервал в секундах. Также выбираете файл. Вот я вам сейчас покажу. Так, документы, BubbleBot, Одноклассники. И вот это у меня люди, например, инвестиции. Нажимаю открыть. И вот видите, у меня появилась строка. Значит, люди загрузились. Нажимаю начать. И вот пост, который я здесь написал, отправлялся всем тем людям, которые есть в том файле, сообщением. Дальше у нас есть функция гуляка. Что делает эта функция? Функция создает активность на странице пользователей и привлекает внимание пользователей на вашу страничку. Как ей пользоваться? Здесь вы можете вводить айдишники на странице этих людей, или можете делать более просто. Как мы помним, у нас здесь есть парсинг. Вот тут ввели критерий. Например, давайте введем критерий биткоин. Тут вводим количество. Давайте введу 5, чтобы побыстрее спарсило. Нажимаем начать. Вот, смотрите, один уже спарсился. Второй. Сейчас будет третий. Вот, есть четвертый, еще один. Вот, все. И тогда у вас вот программа напишет, что процедура поиска юзеров в ВОК закончена. Вы можете переходить назад в гуляку. Но тут вы можете ставить не 5, а свое количество, сколько хотите, 50 или 100 человек. Возвращаетесь сюда, нажимаете галочку из файла, нажимаете обзор, идете в документы, папочка BubbleBot, Одноклассники. И вот смотрите, появился у нас новый документ, биткоин. Нажимаем на него, нажимаем открыть. И вот добавились эти пользователи. Теперь ставим минимальный интервал, я ставлю 20-40 секунд. Нажимаю начать. Начата процедура гуляка в ВОК. Смотрите, пройден юзер и айдишник. То есть к этому человеку программа уже зашла, создает там активность и привлекает внимание на мою страничку. Как закончить с этим, перейдет через 20-40 секунд ко второму. Вот так можно работать с программкой BubbleBot в Одноклассниках и в Фейсбуке. Также есть здесь email рассылка. Вот. Но, честно говоря, я ей ни разу не пользовался, поэтому не знаю, как она работает. Но для тех, кто пользуется email рассылщиками,
Если вам будет интересно, можете зайти в программку, посмотреть, как она работает с mail-рассылкой. На этом все. Кому было видео интересным и полезным, подписываемся на канал, ставим лайки. Всем спасибо за просмотр. С вами был Владимир Гунтарук. Всем до новых встреч!